Здравствуйте, уважаемые, доброго времени суток. Меня зовут Ника, я снова рада с вами встретиться на моем канале, посвященном американской винтажной бижутерии. Сегодняшнюю запись я делаю в канун Нового года, поэтому сразу хочу поздравить с наступающим и пожелать вам, чтобы в новом году сбывались все ваши мечты, побольше хорошего настроения, побольше поводов для хорошего настроения, счастья, любви и взаимопонимания. Вот. Ну, а сегодня мы продолжаем с вами рассматривать лом, который я заказала. Значит, и, как я уже сказала, он состоял из, ну, нескольких частей. Первая часть — это были одиночные серьги, мы их посмотрели. Больше того, я уже из них сделала кулон из большинства. Вот, поэтому в следующий раз, когда буду показывать свои работы, я думаю, что, ну, может быть, там часть какую-то посмотрим, может быть, все посмотрим по времени. Вот, и следующая часть — это кулек. Здесь непосредственно как бы сломанное украшение именно с кристаллами и стекло, стеклянные там бусины и так далее. Вот, и есть еще одна часть — это кулоны целые, но их не очень много, отдельно в кулечке, и еще отдельно бусиноразбор. То есть это, ну, как мы договаривались с поставщиком, что мне нужны именно вот, ну, как, чтобы были интересные бусины, то есть порватые, старые, там любые, но чтобы бусины были интересные. Ну, то есть что он посчитал интересным, то положил. Вот единственное, что я вот это не очень поняла, к чему это относится. Тут еще лежит три браслета. Я вам сразу их покажу. Значит, такой цвет античного золота с медовыми вставочками. Он все в порядке с ним, он целый. Так, и два браслета таких интересных, то есть монеты собраны между собой, шпрингельный замочек. Они тоже целые, два браслета. Вот, может быть, это было в гифте, да, мы первую часть смотрели for you, ну, для подарок для меня. Вот, может быть, это оттуда выпало. Ну, вот, еще три браслетика я вам показала. Так, а теперь, давайте куда-то уберем. Теперь давайте начнем смотреть, что я получила, как бы для работы. Так, первое, что вижу, что выпавший кристаллик. Ну, здесь он не очень для меня ценен, утрачена амальгама. Ну, ее можно восстановить, но все равно уже было красоты. Конечно, это украшение не имеет, если амальгама восстановленная. Так, очень маленькое колечко. Я даже не знаю, какой это размер, наверное, пятерка. Вот, пластиковая. Ну, я так понимаю, мне положили это, потому что тут кристаллы. Так сказать, ценность в кристаллах. Ну, трудно сказать, они... Хотя, да, они вклеены, так что... Девочки меня спрашивали, как я вытаскиваю кристалл. Я работаю только с кристаллами. Я беру в работу кристаллы, которые собраны, накрапаны. Ну, там проблем нет, просто отжимается. Вот как, например, здесь. То есть любым острым предметом отжимаете этот самый крапана и вытаскиваете, он целый, все. Все, что вклеено, я, ну, стараюсь ими не пользоваться, потому что как бы ты его не вытаскивал, все равно амальгама повреждается. В редких случаях, когда мне очень сильно нужен какой-то кристалл, а он вклеен, я его тогда... в ремувере, ну, то есть есть такие вот эти, которые снимают патину и так далее, они очень хорошо разъедают клей, то есть буквально полчаса он тогда выпадает. Но это не гарантия, что останется целая амальгама. Вы знаете, целое колье, не знаю, почему его так безбожно положили в лом, стеклянные кристаллы, белые, красные, ну, не знаю, мне кажется, что не надо его портить, оно неплохое. Ну, даже с маркировочкой, я не знаю, что эта маркировочка означает. Но мне кажется, под шейку. Его единственное, что... Почему я опять... Девочки написали, что я убила видео, прошло в черных печатках. Я нашла вот такие прозрачненькие. Может быть, это будет лучше. Так. Следующая — подвес. Тоже. Сейчас, секундочку. Ну, я так понимаю, мне положили его ради этого кристалла. Но он пластиковый, тоже интереса для меня не представляет. Поэтому
Я думаю, что его не надо трогать, его просто надо надеть на более близкую к нему цепь. Посмотрите, видите, видно, поменялся цвет металла, потому что застежка и сам кулон одного цвета, а цепь более светлая. Если все это выровнять, то, ну, в принципе, это как вариант украшения может быть. И доставать его смысла нет. Так. А вот уже что-то интересное такое. Ой, боже мой. Что это надо было делать? Я так понимаю, что тут ошметки еще там дальше есть. Ладно, не будем мы их искать. Что надо было делать с этим колье, чтобы его так безбожно сломать? Чем сломано тут не крепление, а выломано. Ну, бог с ним. Вот тут интересно, значит, ну, как, что интересно, я скажу, кристаллы тут вклеены, я думаю, что вряд ли они для меня будут представлять ценность, но здесь интересные вот эти подвески, я не знаю, это все, не все, их можно снять, смотрите, они очень красивые, и с ними что-то придумать, единственное, что там, где утрата, надо вернуть на место кристаллики, а так, конечно... Замочек можно снять еще. Эти кристаллы вытащить безболезненно не удастся. Так. Ой, какое красивое. Наверное, стекло. Такое необычное. Знаете, явно ручная работа. Я думаю, что если его красиво собрать, то будет неплохо. Что, смотрите, видите, что это за сборка такая. А там вот эти проставочные бусины очень интересные, они, возможно, даже серебряные. Ну, это может быть, знаете что, это может найти Америка, это у них там такие. Так, ну что, кольцо тоже шестерка, 5,5-6. Интересный кабошончик. Вот кабошончик может пригодиться, но я думаю, что его достать... А, его реально достать, я думаю, что я его снизу поддавить, и он сам освободит себя. Так... Это мне на кристаллы достался браслет. Тут можно использовать не только кристаллы, но и вот эти элементы, да, в создании каких-то колье или браслетов. Браслет такой, в таком виде, я не люблю на резинке, я его восстанавливать, конечно, не буду. Вот, а элементами я воспользуюсь обязательно. О, а вот это кристаллы. Что-то такое... такого purple тона, красивые. То есть вот эти в крапанах можно достать. Да. Вот эти можно достать. Эти, кстати, тоже тут крапана есть. Может быть, они и клей там еще присутствует. Что-то интересно было, какое-то украшение. Интересно. Так, такой лом. Так, дальше. Ну, это wedding cake. Бусины красивые. Эти мне пойдут в работу. И еще бусины красавцы. Стекло, смотрите, какое. Это даже не украшение. Я даже не знаю, что это такое. Было, мне наскладывали. Так, просто браслетики стеклянные. Ну, вот это, скажите мне, жадеит вот это. Это стекло. Стекло и такие какие-то проставочные. Пригодится в хозяйстве. Так, колечко. Ой, так тут колечек целая куча. Колечко. Вставочки, кабошоны. Колечки, конечно, говно. А вставочки интересные. Иногда бывает, что... вставки нужны. Это вообще масенькая, примасенькая. Тоже вставочка ничего. Так, вот такое кольцо. Ну, от этого кольца вообще прока мало, его проще оставить как кольцо. Ну, тут покрытие же, оно не годится. Не для носки. Так, вот такой вот красивый болотного цвета кристалл. Маркиз. Да, хорошо. Хорошо, плохо только, что он один. То есть все сыпется. Так, еще один браслет, я так понимаю, для кристаллов отдан, но
кристаллы пластиковые. Это неинтересно мне. Так, что это? Браслет. Тут тоже кристаллы вклеены, бусины вот эти пойдут. Ага, вот еще, смотрите, видите, тут вот этих подвесок, ну тут выломанная, за что держаться. Подвесок этих много, видно, такое объемное было колье. Еще одно колье, кстати, целое, тоже почему они его выкинули, мне нравится. Причем бусины шикарные, такие очень на сваровские похожи. Его надо просто помыть. И все. Кстати, не всегда в ломе лом. Так. Еще одно кольцо. Тут повыпадало все, что можно было повыпадать. 6,5 размер. Ну, не знаю. Тоже все покрытие слезло. Гарбич, мусор. А вот еще, кстати, смотрите. Ну, это... А, это растягивающее типа кольцо. Ну, кристаллики тут хорошие, они в крапанах. Такого ходового размера. Так, теперь. Угу. Когда мы смотрели одиночные с вами серии, то там была одиночная серьга из этой серии. И я сейчас попробую достать. Я из нее сделала подвес уже. Так. Чтобы было понятно. Чтобы было понятно, что было изначально. Так, секундочку. Так. Значит, вот была такая серьга. Она вот так была связана. Вот, вот так вот нитками. Я сняла все с ниток. Одела на пины. Вот. И подобрала вот такой вот интересного медного тона цепочку. И у меня получился вот такой подвесик. Вот. А теперь тут еще есть, оказывается, и бусы. Сами по себе бусины интересные. Вот я их точно так же сниму с этой нитки. И что-нибудь интересное сделаю. Даже есть маркировочка N. Так, дальше. Колье. Почему колье попало сюда? А, понятно. Его надо перенизывать. Здесь выломано крепление одного из рядов, который держит застежку. Но бусины классные. Вы знаете. Во-первых, это стекло, а во-вторых, они такие, в общем, даже похоже, что ну, это не натурально, а эти как искусственно выращенные. Забыла, как называется. Попробую я, если буду их все равно перебирать. Вы знаете, я недавно попробовала поиграться. Мне попался жемчуг. И попробовала поиграться со стеклом. Посмотрите, я вот так его собрала. И получилось очень эффектно. Я думаю, может быть и с этими. Хотя жалко, они сами по себе, конечно, красивые. Надо просто перенизать, да и все. Очень похож на натуральный. Но знаете... Тут все может быть в Америке. Так, следующий браслетик. Тоже элементы красивые. И кристаллы можно попробовать подоставать. И как элементы использовать для чего-то. Даже тот же браслет можно сделать. Допустим, три элемента сюда, да, собрать на звенья. А тут цепь. И будет вообще класс. И замочек. Так, следующее. Что это мне бросили? Ага, оторвалось. Просто оторвался замок от... То есть колечко, а разжалось колечко, и все, выбросили же все, в лом. Уже все. Не надо нам ничего, да? А оно интересное, потому что здесь вот это похоже, что это сердолик, а это арт-стекло. Ну, понятно, что бисер есть, металлические бусины. Ну, красивая вещица, кстати. Ее надо вернуть на родину, ну, восстановить к жизни. Так, что это? Ой, это тоже колье. Ой, сколько здесь много кристаллов.
Или оно не сломано, или сломано. Вот чем минус вот этих, вот почему они и ломаются? Потому что вот эти вот крепления, они постоянно перекручиваются. Их пытаются, когда спешат, быстро выкрутить назад, и заканчивается это печально. Ага, вот так вот кристаллик отсюда один есть. Что, не хватает одного кристалла? И надо восстанавливать, как вы считаете? Разбирать на кристаллы такое колье жалко. Как-то его выложить, чтобы целиком посмотрели. Вот так видно вроде, да? Да. Мы не будем его уничтожать. Так, браслетик. Ой, ну тут мелкие очень кристаллы. Они выпали, и этим заниматься я точно не буду. Хотя есть маркировка. А, ну это современное. То есть оно современное, но интереса никакого не представляет. Так, еще одно украшение на руку или браслет. Кристаллы здесь пластиковые, элементы не очень интересные. Не знаю я. Или подумаю, но это мне не очень интересно. Так, следующее что? Что это? Ага, это натуральная бирюза. И много-много проставочных бусин. Ну, как хорошо. Такие делают браслетики. Можно ими воспользоваться как источником материала. Так, здесь еще какие-то куски каких-то украшений. Только здесь, ой, смотрите, такие красивые маркизы. Ой! Оно какое-то такое... эти стеклянные кристаллы хорошие, стеклянные, но очень плохое качество металла. Но это что, наверное, современное? Я не знаю, скажите мне, как может украшение вот так вот ходуном ходить? Ну, какие-то элементы неподвижные, вот этот, например. А вот это вот все, что переходы, вот, ну, это большой источник кристаллов тут. Ничего не скажешь. Ага, а вот еще есть, посмотрите. Посмотрите, посмотрите, это тоже было что-то, какое-то украшение, и я не знаю, я как те девочки, знаете, которые лом заказывают, и потом говорят, ну как можно было так обращаться, так и я не представляю, что надо было сделать, чтобы украшение... превратилась в такое. Ну, честно, ну, это же жесть. Но кристаллы офигенные. Вот эти. Это стекло такое медовое. И я думаю, что оно будет хорошо выглядеть. Давайте ради интереса один достанем. Посмотрим, что там с амальгамой. Отличная, смотрите. Вообще супер. Вот это... что доктор прописал. И здесь еще есть куски вот этого вот. И тут тоже, кстати, есть. Смотрите, вот фиолетовые, какие красивые. Ой, вот это мне пригодится. Это мне надо. Отличная амальгама. То есть, как-то так изготовили странно. Хорошего качества взяли кристаллы. И такое говно металл. Что у нас еще есть? Ага, у нас тут еще один браслет. Граненый тигровый глаз. Смотрите, какой красавец. И тоже... А, ну и какая-то ерундень на выкид. Ну, но бусины хороши. Так, ага, еще помните, вначале у нас было колье. И так вот, еще от него кусочки. То есть я так понимаю, что шармиков можно набрать вот этих. Их аккуратно снять, чтобы не выломать крепление. И что-то можно с ними красивое придумать. Дальше я вам хочу сказать, это не кристаллы, это металлические такие вставки. Но они тоже иногда нужны. Посмотрите, они отличные. Иногда такое. Так что вот этот браслет тоже пойдет на разбор. Дальше. Брошь. Слушайте, красивая. Жалко. Жалко. Ага, отломалось место, где крепится игла. Ну, тут надо убрать и полностью новую застежку сделать. Я ее оставлю брошкой. Мне жалко.
Красивые, конечно, кристаллы, но они вклеенные, поэтому от них большого смысла не будет. А брошку еще кто-то поносит. Еще вот кусок. Или что? Ну да. Это такое какое-то украшение было. Может, это диадема на голову? А, может быть, это на голову. Оно тогда должно вот это гнуться. Знаете, вот эти прически в свадьбы вплетают всякие такие штуки. Скорее всего, что да. То есть ее выгибаешь, как тебе надо, под прическу. Ну, оно, конечно, одноразовое, потому что потом на голову выгнул, и все. И потом уже он... Вот кристаллик тоже еще. Вот еще колье симпатичное. Ну, тоже тут менять все кристаллы смысла нет, поэтому заберем тигровый глаз. Так, и... Еще одно колье, кстати, это какой-то еще кусок. Оно целое. Это, кстати, 40 вентрячу. Это ее так безбожно закинули в лом. Что тут не так? Все так. Даже кристаллы все на месте. Ну, это просто мы помоем и будет хорошее колье. Так, ну, с ломом таким кристальным мы закончили. Вот, поэтому я предлагаю перейти к кулонам. И сколько успеем, посмотрим бусин. Таким образом, я предлагаю посмотреть подвесочки, что тут есть интересное или неинтересное. А потом перейдем, тогда посмотрим на разбор. Так, первая подвеска. Металл цвета античного золота и кристалл двухсторонней риволи в центре. Неплохо. Это неплохая, интересная вещица. Так, дальше бусина. Знаете, думаю, что бакелит. Надо будет проверить. Что это? Запонки. В отличном состоянии. Новые, красивые. Такое стекло вставочки. Так, тут еще и броши есть. Брошь олень. Тяжелая такая. Ну, достаточно простая. Так, еще одна брошь. Листик. Причем аж два пина здесь. Наверное, тут что-то висело. Какая-то подвесочка. Надо... Тут есть и такая штука. Да не отсюда, не отсюда. Что-то надо будет подвесить. Вот красивая подвеска. Это уликсит, наверное, да, или кошачий глаз. Очень красивый. Переливается. Так, мой любимый перламутр. Вот его, конечно, покрасили безбожно. Еще один, кстати, перламутр. Я иногда вот это очищаю, но это столько трудов забирает, вы себе не представляете. Еще одна брошь, она не маркирована. Такое перо с жемчужинками. Старенькое, думаю, где-то 60-е, конец 50-х. Так, что это? Это... Дресс-клип одиночный, мозаика из бирюзы, похоже, что из натуральной. Так, дальше что у нас? У нас есть Гранма Пин. Так, у нас есть из 5 центов выгнутых подвес такой. Такая штучка какая-то. Так, есть такая байда большая с дырочкой. Я так понимаю, подразумевается, что это подвес. Ну, как подвес, наверное, вряд ли. А там кто его знает? Так, а это что? А это такой подвес многослойный, наверное, да, как-то. Ага, а вот так, да, все, я поняла. Вот так. Не, ну это красивая, кстати, вещица. Тоже риволи. Кристаллик. Если цепочку красивую подобрать в тон, будет хорошо. Так. Это... Мне попадались уже такие. Это кто-то из дизайнеров в Нью-Йорке делает. Это натуральная раковина. Он покрывает позолотой. Вот эти края. Это, не помню, по-моему, 14-каратная позолотой. Так. И еще два. Вот такая собачка. Подвесочка, что-то похоже на Децу 25, наверное, серебро. Так, и Микки Маус. Это что-то детское. Так, и у нас еще немного есть времени, поэтому мы можем начать разбор
украшений, ну, бус, которые мне отдали на, как это, на распотрошение. Как бусины. Так, жемчужные бусинки. То есть у них нет застежки, многорядные. Вот, ну, да, они так интерес не представляют в том виде, в котором они есть. Но что-то из них можно интересное сделать. Бусинки стеклянные, но хорошего качества. Поэтому, может быть и да. Так, смотрю и сразу покажу вам, зачем-то мне положили сюда вот эти три украшения. И я, честно говоря, озадачена. Я не знаю, что с ними делать. Они компании Экспресс. Такие крупные цепи. Куда их? Я, честно говоря, не видела, чтобы сейчас такое носили. Напишите мне, если вы знаете, что с этим делать. Вот еще есть черное и белое. Три аж. Зачем он мне это положил? Я не знаю, я отсюда только замки могу снять, и то они какие-то ржавые. Так, дальше. Дальше очень красивые бусинки жемчужные. Даже в хорошем состоянии. Проставочные, кстати, неплохие. Это отличные для разбора. Дальше. Вот эти я знаю. Это браслеты, это кристаллы Сваровских ставят. Оно очень красиво. Камера, может быть, не передает. Здесь красота. Они сверкают всеми гранями. Может быть, света недостаточно, не знаю. Так, дальше. Такие желтые. Ну, иногда да, иногда куда-то можно немножко. Конечно, желтое само по себе нет, но иногда куда-то что-то вставить будет неплохо. Так. Вот браслет, огромный источник проставочных бусин. И таких с этими, с кристалликами. Смотрите, сколько. Девочки говорят, они покупают фурнитуру. Вот не надо, покупайте дешево вот такой хлам, и будет вам... Значит, это натуральные, кстати, бусины. Вот это лабрадорит точно. А вот это, я не знаю, вы мне подскажите. Возможно, что бирюза? Я думаю, да, наверное, бирюза. Так, а вот тоже что-то такое бирюзоподобное, но думаю, что не бирюза, а думаю, что гавлит. Но это камень, это 100%. Кстати, красивое колье. Зачем его это? Зачем что-то с ним делать? Не надо. Я оставлю. Да? Правда? Все классно. Что тут? Тут не добавить, не прибавить. Ну, у них свои причуды. Так. Американцы ничего не ремонтируют. У них, как, не знаю, это принцип или образ жизни. Каждый занимается своим делом. Я когда-то сказала там одному знакомому, что вы это зовете человека там полы помыть, что не можете взять типа швабру там 3 секунды. Он говорит, нет, нужно, ты работаешь, ты зарабатываешь, человеку тоже надо дать возможность заработать. Поэтому они почти не готовят, поэтому они ничего не ремонтируют. И вот даже если, допустим, да, крепление расцепилось между этим, все, это уже гарбич, это уже мусор, или это надо в ремонт отдавать, если это что-то дорогое, нести куда-то мастеру, или выкидывать. Здесь тоже очень красивые натуральные бусины. Я не знаю, что это, яшма, наверное, или что-то в этом духе. И вот эти бусины интересные. Вот, ну, это просто обычный бисер. Бисер себе и бисер. Так, что это? Ну, это стекло какое-то, которое типа что-то хорошее имитирует, на самом деле мусор. Так, что здесь? Вот здесь стеклянные красивые бусины. Вот эта красота какая, смотрите. Облака какие-то внутри. Вот это интересное.
рифленое. Это тоже стекло, оно матовое, но стекло. То есть это все стекло. Все бусины разные, это ручная работа. Это мне подходит. Что это? Это кусочек чего-то. Бусина прикольная, пригодится. Это пластик. Ну, такой интересный. Тоже где-то что-то куда-то пристроим. Так, ну у нас видео опять будет длинненькое, но пусть будет перед Новым годом, так сказать, мои вам поздравления. Вот, потому что я понимаю, сейчас прерваться будет тяжело. Тоже красота. Бусины, ручная работа, все разные. Ну, я имею в виду вот эти крупные, а мелкие это бисер. Все это снимается, моется и делается красивое украшение. Браслетик, прикольный, кстати, браслетик. Это пластик, это люцид. Не знаю. Я подумаю, что с этим можно сделать. Так, дальше. Это знаете, что это дерево? Я так понимаю, от него еще и подвес есть. Я не очень люблю почему-то дерево, но иногда бывает использую куда-то. Под настроение. Кольцо, кстати, тоже деревянное. Я не знаю, что с ним делать. Ага, вот это, наверное, тоже кусок от того, где была бусина одна. Это вот это, скорее всего, украшение. Может, тут еще что-то есть? Браслетик. Тоже непонятно, почему попал он в лом. Какая-то маркировка. Кеннет Кол. Хорошая. Жемчуг хороший. Очень красивый. Надо просто помыть. И Кеннет Кол это хорошо. Так, есть еще одно кольцо. Пластиковая, правда, вставка. Роберта Чиарелла. Made in USA. Ничего себе. Уже давно в USA никто ничего не делает. Ну, тоже мало. Малым-мало. Малым-мало. Все зацепилось. Я буду уже здесь на ходу распутывать. Потому что... Так, браслет. Кстати, хороший браслет серебряного тона. Что здесь? А, вот то, что я говорила, да, отцепилось вот буквально. Зажать одно колечко. Отличный браслетик. Так, ну это на разбор. И жемчужинки пойдут. Дальше что тут у нас есть? Украшение на шею. Какие-то свисающие цепочки. Видно, оно было в два ряда. Что-то порвалось. Ну нет, я буду разбирать. Тут много прикольных элементов. Такой, например. Вот эта штука. Вот это я не люблю. Это тряпка. Бусина обтянутая тряпка. Я или тряпку сниму. Посмотрю. Ну, с него что-то можно будет придумать. Что это? Ну, вот есть, да, такие, называются нелепые украшения. Вот по-другому не сказать. Зацепилось. Вот оно же нелепое. Ну, как его, как куда его носить? Ну, тут хорошая цепочка. Я это все дело сниму. Вот эти бусины можно куда-то как проставочные будет использовать. А цепочка хорошая. Замочка, правда, нет. Ну, замочек приделаем. Дальше кусочек еще чего-то. Тоже целая, смотрите, какая интересная подвеска. Эмаль. Я не знаю, это, наверное, стрекоза. Шнур такой хорошего качества, кожаный. Замок добротный, хорошая вещица. Тоже, я думаю, ее не надо трогать. Все остается как есть. Так, тут еще колечки какие-то. Так, это что?
тоже какое-то украшение на шею. Оно видно или порвано, или что. Ну, не знаю, посмотрю. Но на пинах, поэтому ты сильно не разгуляешься. Пины снимать. Я иду на такое, только если очень классные бусины. Красивые. Кстати, похожи такие точно бусины, как там. Браслет. Вот тоже интересные бусины. Какие-то они такие грязные. Цвет красивый, да, болотно-зеленый. Пойдет. Все пойдет. Так. У меня все падает. И я прошу прощения. Я уже хочу все достать. Ну, такой замочек. Дальше колечко, стекло, наверное. Не, пластик разрисованный. Так. Ну, эти на проставочные пойдут. Хорошо. Мне всегда нужны. Так, из этих можно что-то придумать. Смотрите, металлические такие камушки. Из этих можно какую-то интересную вещицу сделать. Так, здесь просто такого золотистого цвета в шапочках бусины тоже пригодятся. Стеклянные, интересные. Я уже спешу, потому что очень длинное у нас получилось видео. Стеклянные, ручная тоже работа. Вообще прикольный браслетик. И замочек старенький. Я думаю, что это не надо трогать. Дальше. Это вот эти бусины, которые магнитятся. Они мне так не нравятся. Я, честно говоря, всегда выкидываю. Так, браслет. Такой странненький, конечно. Ну, на любителя. Любители бывают разные. Что это? Это не браслет и не... Это какая-то что-то куда-то цеплять, наверное, не знаю. Так, ой, вот интересная вещь. Неужели она сломанная? Так, тут кольцо. И вот сейчас вытащу. Ага. Еще вот такое кольцо. Так, такое еще кольцо. Надо чуть побольше. Я пытаюсь достать. Вот это интересное украшение. Тоже, смотрите, старенькое оно. Что с ним не так? Все с ним так. Так, оно в отличном состоянии. Безель такой шикарный. Его просто надо помыть. Он очень грязный. Просто жесть. Хотя вот все, у меня уже тут все черное. Еще один кусок. Ой, это было очень длинное какое-то украшение. Поняли, да? То есть оно порвано на несколько частей. Надо вытащить с него, достать эту цепь. Это гавлит тоже тонированный. Бусины пригодятся. Что это? Это такой галимый пластик. А такое у нас уже было. Так, и, наверное, вот это последнее, да? И последнее. Такой металлический чокер с красивым подвесом. Тоже Улексит, скорее всего. Маркировок тут нет. Но он целый тоже, все. Надо просто помыть и, может быть, крепеж покрасивее сделать. Какой-то бейл, может быть, использовать. Ну, вот и все. Такое у нас длинненькое сегодня получилось видео. Кто любит лом, я думаю, что получил удовольствие, потому что интересные украшения попадались, и целенькие, и брендовенькие, и какие хочешь. Вот. А покажу, еще хочу показать еще одно мое расстройство. Я в этом лоте, там, где одиночные серьги, нашла, была вот такая одиночная серьга. Навалялась, неприкаянная, джапан. Она прикольная. Я вспомнила, что у меня такая была где-то в другой распаковке. У меня лежит. Я потратила полчаса, перерыла. Представляете, па-бам. И вроде такое, да не такое. И прямо аж расстроилась. И фирма одна, потому что, смотрите, лапка одинаковая. Все, ну блин, ну что делать? Такое расстройство получилось. Вот. Ну, я с вами на сегодня прощаюсь.
И хочу пожелать вам, чтобы мы оставили все старые обиды, невзгоды и все-все плохое в старом году, а в Новый год пришли с хорошим настроением, с, так сказать, полной оптимизма, бодрости, чтобы у вас все получалось. Ставьте лайки, пишите в комментариях, понравилось ли вам видеолом. Подписывайтесь, потому что статистика YouTube упорно говорит, что более 50% меня смотрят почему-то не подписанные. Вот вы подпишитесь, мне будет очень приятно, вам не сложно. Вы таким образом поздравите меня с Новым годом. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Уже встретимся в Новом году. Have a good day. Bye-bye. Ваша Ника.